В музее Блещунова готовится выставка произведений выпускников скульптурного отделения Одесского художественного училища имени Грекова. В экспозиции представлены работы трех авторов – Елизаветы Волошиной, Яна Гайдука и Богдана Ткачука. Эти произведения – итог их четырехлетнего обучения в училище. Графика, скульптурные портреты, этюды – здесь десятки загадочных философских образов. Здесь у нас гипс, камень, металлические изделия. Вы можете здесь не только ученические какие-то моменты рассмотреть, но и пофилософствовать, погрузиться в этот взгляд удивительный. Авторы посвятили выставку празднованию 150-летнего юбилея родного училища. Торжественное открытие экспозиции состоится завтра в 15 часов на улице Польской, 19. Выставка продлится до 18 июня.